В Советском решают проблему с утилизацией бытовых отходов. Ежедневно специалисты коммунальной службы вывозят на полигон тонны мусора. Однако стремительно растущие свалки ведут к экологической катастрофе. Бороться с проблемой местные власти решили с помощью обновления парка мусорных контейнеров. Так в городе установили несколько оранжевых боксов, предназначенных для опасных отходов, в которых носятся ртутные термометры, люминесцентные лампы и батарейки. Также в муниципалитете разместили 13 сеток для сбора пластика. Кроме того, советчанам предлагают отнести вторсырье на переработку в пункт приема. Это не только поможет снизить количество бытовых отходов на полигоне, но и даст возможность немного заработать. Картон принимают 4 рубля килограмм, полиэтиленовые бутылки 8 рублей килограмм, архивы также 4 рубля килограмм, полиэтиленовая пленка 8 рублей килограмм. Все вторичное сырье направляется на переработку на Пермский целлюлозно-бумажный комбинат, в город Пермь, в компанию «Уралпластик» Челябинск, а также в город Екатеринбург.